Всем привет! Вы на канале Live Кристина. Сегодня у нас начинается большой влог. Ну как большой? Может быть, на две части я его разделю, посмотрим. Что хотел сказать? Сегодня вот так вот оделась. На улице непонятно, то ли жарко, то ли холодно. Я одела майку, кстати, новая майка у меня вот такая вот. Я ее приобрела в Glory Jeans. Вот тут написано что-то сейчас. Ну, это вы все кофту видели уже. Вот. Сама. Не знаю, то холодно, то жарко. Ветер подует как-то холодно. И жарко все-таки на солнце. Посмотрим. Если будет жарко, я куртку сниму, останусь в кофте. Если будет холодно, я не буду раздеваться. Вот так вот это выглядит нормально. Кстати, это майка, видите, с такими штуками. Вот, немножко убрались тут. Чисто. Этот тоже едет с нами. Ну, в деревню, когда это. Пылесос надо оттащить. Надо оттащить пылесос. Там тут стоит. В общем, сегодня я уже все уезжаю на 3 месяца. Я постараюсь выкладывать видео, не забывать мой канал, которому уже больше года. Тома уже собралась. Скажи всем привет. Пошли, привет. Нет. Закрой. Зачем? Ну, этот ночью заморозки обещают. Ну так мы ж придем сейчас еще, мы ж не выезжаем. Не завтра, а сегодня. Погнали. Мы пошли сейчас в магазин. Посмотрим сейчас, что-нибудь купим. Деревню. Сейчас покажу, что еще идет. Деревню. И еще плюс гироскутер. Погнали. Побибикали такие. Папа у нас хомячит вообще. О, мост. На камере он так далеко, а в реале он так близко. Как всегда, пробка. Сейчас с этого, с проселка выезжаю сюда. Тут еще переезд этот. Вообще все ужасно. Что-то двигаются по чуть-чуть. Папа сейчас поедет на рыбалку. А, вон они. С ночевкой. Червячки. Он тоже жирный, да? На мелкие. В который вот Андрей, да, сегодня дал? А я не знаю. Хуя тут, блядь. Когда они там пошли сюда? Ну кого ловить-то будем, блядь? Ром, дай засниму. Акулу. Кого ловить-то, блядь? Пополам на 3 раза, блядь. Акулу. Ну что-то не можно, да. Грибанец. Смотри. Мелкие какие-то. Зачем вываливается-то? Разбирают. Чтобы коробки не нести. Или можно взять? Тебя одну? Оставить там? Са, ну червяк! Здесь да это хуй. Там где-то маленький, большой да был. Да нафиг он мне нужен? Вот, это нормальный. Сюда Том, надо что-нибудь добавить. Сразу под мусор поставь какой-нибудь это. Сейчас я вот этих сюда добавлю. О, яйцо. Вот мне маленькие этих крупных, блядь, целый. Вон, накладывай. Они сдохли. Они там, в принципе, не нужны, если будет мелочь клевать. А хрен знает, а если большой попрет, короче. Линёк, может быть, пойдет. Тогда сразу крючок менять и насаживать самого крупного. Может, линь пойдет.
Лень, блять, он в июне, сука. Я когда ездил в прошлый раз? Линейцы наловила. Ром, покажи. Не, не надо. Ром, покажи, покажи, Ром. Укусить? Давай сюда, вот мне сюда. Ем мне вон этих вот. Вот отсюда здесь крупненько. Нет, таких лошадей-то, блядь, не надо. Вот у тебя нормальные. О, вот я имею в виду здесь они, это. О, такие. Я тоже отсюда набираю. Да нет, надо сразу один хуй взять, это все, блядь. Хуй знает, что там. Всех брать будем? Просто тащить их, падлов. Вот еще одна кобра. Где? Покажи там вот этого большого. Том, смотри, какой человек большой. И что, вы их не будете брать? Будем. Нет, не всех. Я, блядь, сейчас здесь оставят. Ложить. Все, собрались они. Дотащите. А пить-то взял? Пить у меня все три я взял. Да, ты все три? Нет, одну только. Блять, одну потащу, двухлитровую. Термос хватит. Нет, двухлитровую попробую. Хранят из рыбалки. Так. Без рыбы домой не возвращайтесь. Слышишь?